Всех привет и прямо процент продолжаем проходить FIFA 20 клуб Swofford City, и мы будем сейчас продвигаться тому, чтобы победить эти матчи и ворваться в чемпионшип, наконец чемпионшип, который у нас так далеко этот сезон держал, мы никак не могли к нему, и мы всего лишь заняли четвертое место и заработали почти выше полтора фунтов. Ну, точнее, 1 600 000 там с чем-то тысяч фунтов заработаю. Но это, блядь, не слишком много денег. Так, у нас первый, второй финал плей-офф на повышение. Две команды идут напрямую. А все третье, четвертое, пятое, шестое играют на плей-офф, чтобы кто из них сможет пройти дальше. Так, это у нас ЦАП, это наш НЦАП, это то же самое, все основные игроки у нас на поле, кроме левого полузащитника, ты что-то вообще вниз упал, что-то там вниз недоволен, потому что, ну да, ты у нас особо не играешь, очень плохо. Типа вместо тебя уже есть чувак, который может выйти на поле, если что. Так, правый защитник у нас тут сидит, и все, ну ладно, больше у нас ничего нет, ну и что? Сохраняем такой состав, у нас лучше больше нету. Левый защитник у нас получил травму. И больше ничего не может быть. Ну что, погнали. У нас игра. Две игры в этой серии будет по-любому. А там посмотрим, что у нас дальше будет. Ну что, переходим к игре. Много раз я об этом говорю. Сейчас будет тренировка перед матчем, это обязательно. Вот это более-менее мне нравится, просто так пинать мячик. Я слишком сильно бегать начинаю. Никого не поймал, очень жаль. Опять тут даже что-то, блядь, пиздец, нафиг я что творю. Заебись. И еще один удар. Супер. Прекрасно. Переходим к матчу. Слушаем лучше комментаторов. Фрэттон Парк сегодня станет нашим домом на ближайшие 90 минут. Будем смотреть футбол на этом стадионе. Георгий Черданцев и Константин Генич надеются, что вы не отключили комментарии. Постараемся сегодня рассказать вам что-нибудь интересное. Сегодня мы смотрим трансляцию первой встречи в этой паре в плей-офф за повышение в классе. Классная игра будет сегодня, Константин. Начинается полуфинал плей-офф за повышение в классе. Первый матч, и очень хорошо соперники знают друг друга. Весь сезон они изучали и игру, и состав, и возможности каждого игрока. Так что сегодня будет встреча действительно старых знакомых. Но только далеко не в дружеской атмосфере. Перед нами состав «Хозяин». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. На экране стартовый состав гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Первый удар по мячу. Начинается наш матч. Началась. Они первый пас завершили. Ну что, погнали, парни. Нам надо забивать здесь. Забивать, забивать и забивать. Чем больше добьем здесь в гостях, чем лучше для нас дома будет. И что дальше? А тут что опасный будет? Момент, может быть. И пробил игрок. Хорошо, молодцы. Хороший был удар с их стороны. Просто четко, надежно, как и должен действовать голкипер. Ну я не знаю, почему тут кубок показывает, ну что, где он не должен быть. Пошел короткий пас. Какой опасный момент был. С вратаря должок теперь спас от гола полевой игрок свою команду. Заебись.
Муди никак не может. Бля, хороший повод событий у нас тут ждет, а? Ход может быть интересно. С мячом вперед пока он идет. Кому давать пас, не знаю. Играет в пас команда. Ай, пас не прошел. Как жаль. Есть как пространство, жаль. Есть варианты для развития контратаки. Господа, очень надо побеждать. Очень-очень надо итак, побеждать смотри, в этом матче. Все известны. Что они нам сегодня покажут? Посмотрим. Эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. Так что защитникам и вратарю обязательно нужно быть сегодня предельно внимательным. Впереди чемпионшип нас ждет. Чемпионшип. Волкер и тут играет он, ёб твою мать. Что-то Волкеров дофига, блядь. Нет, и там Волкеров, кажется. Ну ладно, не буду заморачиваться этот фамилия. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Ну, заебись. Блядь, трудноватенько, у них оборона хороша. Портсмута. Это они все-таки играли Лиги чемпионов, хотел сказать. Они все-таки играли. Называется, вот он. Премьер-лиги, они знают, что такое премьер-лига. Чемпионшип вернуться ему, это хорошо будет. Ох, как не получает. Штанга! И мы пропускаем. И мы, господа, пропускаем 1-0. Очень они давили соперника и добились желаемого. Посмотрим, хватит ли сил продолжить игру в такой же манере. Там повторяют забитый мяч, и еще раз мы видим, насколько без проблем отправил игрок мяч в сетку. Оказался он близко к воротам, и никто не смог помешать ему забить. Только он разве мог промахнуться, но он этого не сделал. Поздравляем тебя первым голом его. Бля, это пизде пропустить, господа, бля. Что творите-то, блядь, а? В премьер-лиге не смогли это сделать, а давай теперь это будем с ним заморачиваться, да? Да, блядь. Теряют они мяч. Какой был пас нелепый. Хороший пас. Тихо, спокойно. Хорошо, атака развивается. Владеет мячом команда и выбирает момент для... Давай, ну выходи, а! Как ты долго-то бежал, как ты долго бежал, да? Как ты долго бежал? Спокойно. Отдает он передачу. Вводит мяч у них. Еще пас. Еще один пас. И тут туда поворотом! И снова вратарь. Ёб твою, нифига не тут опасный пас дает вратарь уже, а если он с тобой не отбил бы. Застать соперника врасплох. Да мы контратаку с... Не смогли они мяч удержать. Не, заебись, все нормально. Не сорвали атаку им. Ну, сорвали, но только по-честному. Помогает ему партнер в атаке сейчас. Бля, ну не тому дали. Есть игрок впереди. А вот это хороший просто забыть. И гол! Ну нет, как? Как нет угола? Как нет угола-то, а? Но защита справилась. Блять. Мяч мы теряем. Все, врет. Такой момент-то был. Какой тут момент-то был, блядь. Сложно в себя прийти, конечно, после незабитых верных моментов. Но что поделать, нужно играть и еще искать возможности. Не всегда так сможет играть вратарь. Да, ёб твою мать, а. Кто его знает, он сегодня на кураже. Ёб твою мать, что творится-то, блядь, у нас, а? Защита всем прям не готова к этой игре. Ну забивать-то надо было забивать, господа. Бля. Мощно он сыграл. Дурак. Потерял мяч просто ни за что. Просто так тупо. Все от него только все разбежались, и они ему кучу мяч. Замечательно просто. Он плавал-то, блядь, своим корпусом отыграл-то, а? Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Это было просто. Ну тут вратарь спокойно заберет мяч. Даже заморачиваться не надо. Хороший пас. Катают они мяч. И тут должен быть гол, и он тут есть гол. 1-1, господа, на 42-й минуте. Замечательно просто, замечательно.
На повторе хорошо видно, что никаких проблем в этом моменте у нападающего не было. Он был близко к воротам, вратарь и защитники отыграны, и оставалось только пробить точно, что он и сделал. Кривой пас от нашего нападающего, великого, который в будущем, может, великий, он может вернуться в этом сезоне чемпионшип, в следующем сезоне играть в чемпионшипе. Он может это сделать. Мы оттуда же его купили. Против своей Робин Гуду потом может играть будет, сейчас, если они, конечно, не вылетят. 1-1. Мы же не знаем, что там происходит в той лиге. Очередной точный пас в его исполнении. Самое главное, денежки, господа. Как же здорово он играет в пас. Давайте, а. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно хороший пас. Добавил судья. И еще один. 2 минуты добавляют, и слишком мало времени для нас. Понятно. Я видел его, судья, но уже поздно было. Судья отправляет команды в раздевалке в этом полуфинале. Пока ничья. Но она не говорит нам ровным счетом ни о чем, поскольку еще играть и играть. Да, и еще что играть, дальше играть. Тут будет? Окей, 3 минуты. Так, они, я не знаю, играют, не играют, пока у них к нулям все стоит. А мы начинаем в середине поля. Возвращаемся мы в игру, и команда начинает второй тайм. Очень этот гол для нас плюс. Счет на табло равный. Для нас гол плюс. 1-1, да, даже для нас это плюс. Мы играем в гостях. Успеваем дать пас, но только тут он закрывает его везде. Я не хуя ты дал пас ему. Хорошее владение мячом они показывают. Не, слишком забег он такой не решился считает. Делать. Слишком такой большой забег он решился не совершать. Давай. О, хороший пас. Точнее, отнимает замечательно. И тут, блядь, нелепый пас, а. Так, а вот это грубая ошибка, которую можно нам гол принести. Буквально в раздевалку, так что давай не будем об этом забывать. Ну и я думаю, что это дополнительно мотивирует его. Замечательный вопрос. Офсайд. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Прозвучал свисток, и это значит, что развития атаки уже не будет. Офсайд. Снова не посыл у нас. В домашней команде, видимо, сейчас замен. Готов уже игрок выйти по на поле, пас. Ждет разрешения арбитра. Давайте в центр забежим. Играет он на партнера. Ну, не прям так, блядь, пиздец нафиг было. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Да, блядь, как было, какая ошибка-то была в пасе, а? Поэтому теряем точки, бежим. Ёпты, какой пас, а? И мы пропускаем 2-1. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Ну что, хорошему увидели гол, красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок, он взял инициативу на себя и как-то видим, не показал. Просто пиздец, господа. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Пошли последние полчаса игры. Да. Такое пару событий, мы опять проигрываем. Это очень плохо. Контролирует мяч команда. Соперник пока никак не может его перехватить. Блять. И надо! И сравнивать счет! Как не повезло! Как не повезло нам! Опасная ситуация была. Уходит он на замену. Хороший матч провел. Тренер, видимо, решил дать ему. Будешь, наверное, да, заебись, просто дали пас, который был перехвачен. Я понимаю, Портсмут вот тоже хочет, как и я, блядь, ворваться. Бля, нам и 2 гола бы забить было бы супер было бы. Сам главное не пропустить! Сам главное не пропустить нам. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Может все-таки поменять, более атакующий футбол сделаем, блядь, не успеваю я это сотворить. Можем на паузу нажать и это сотворить без этого. Без паузы.
Давай попробуем тебя выпустить, а? Тренер пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Конечно, они визжат, блядь. Это их не стадион. Ну, придумаем что-нибудь, наверное. Ну что, давай, ну. Центр штрафной мяч. Плохо подал головой. Хорош событий. Хороший был удар. Да блять, ты как ты теряешь ты мяч, это проклятый, а? Опять удар по воротам. Хороший пас. Снова пас. И еще один пас. Давай, беги, 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 беги. Играют они в пас. Да блять. 11-метровый, 11-метровый, бля. Это пенальти абсолютно справедливый, а вот карточку судья почему-то не дает. Да, бля, надо, конечно, ну да, тут и игра и обязан капитан команды будет вмешаться. Блять, тоже хорошо, очень успешно, полезно. Не нравится мне эти пенальти. Но матч очень интересен в этом случае, потому что я проигрываю, а мне не хочется проигрывать. Блять, так с игроком вообще нельзя делать, а вот. Блять, что я сделал нахуй, ёпты, блядь, это пиздец, простите за мат, это нереально, блядь, я обосрал свой момент. Рано слишком нажал, блядь, ну как так, а? Я так и думал, сейчас жопка это будет, она вот случилась, огромная. Ай, господа, вот это момент, а? Вот это момент был, вот это момент. Тайма, давайте, побеждайте этот мяч, блядь. Перехватывайте их, а. Блядь, все, тут все забито нахуй. Не вижу. Никому не вижу, что. Можно пас отдать. Время очень мало уже. Пиздец мало. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Играет в пас команда. Надо как-то раскрыть эту ебучую оборону, бля. И как он дальше мячом распорядится? Блядь, как был рядом-то, а? Действительно неплохой получился. Где удар, пенальти, если они продолжат так замучили. Так, что нам полагают? Моменты, гол, я думаю, что цапа на цапа. Этот цапа не слишком хорош. Ну, блядь, два нападающего выпускать тоже не факт. Давайте Руни выпустим на центр, а этого оставим в нападении, пускай у нас будет как-то. И тренер, как мы видим, тоже недоволен. Команда не сумела сравнять. Конечно, я тоже недоволен. Я вообще недоволен. Ёб, пенальти не забить, а. Это пиздец, господа. Это пиздец просто. Что творится у нас на поле? Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Отдает он передачу. Может он сравнять счет? Да блядь. Тащил один удар, но может быть и второй. Ну давай, загороди ему нафиг этот мяч проклятый. Ведь могли они счет сравнять. А? Классный шанс не использовали. Просто неугомонные болельщики сегодня. Даже сейчас они не перестают гнать свою команду вперед. Здорово, трибуны заводят свой любимый клуб. Вот это пас прекрасный. И что дальше тут будет? Есть у него поддержка в атаке. Она есть, да, есть. Катают они мяч. Да блять, как ты такой пас дал? Атаку так и не удалось. Ё-моё, ну как ты такой пас мог дать? Ну как? Посмотрим, как? Сколько времени как? Добавлено. 3 минуты. Это пиздец, мы обороняемся последние 3 минуты, нахуй, а? Не перехватываем еще, заебись. Шикарный пас получился. Вводит мяч у них. Все, Свисок проиграл этот матч, ну что, блядь, 2-1. Матч, победу празднуют хозяева. Ой, блядь, пиздец. И заслужили этот результат, который дает им преимущество перед ответной встречей.
Хороший матч мы с вами увидели. И что главное, решаться все будет в ответной встрече. Сегодня у одной из команд появилось преимущество. Для них это отличная награда за работу на поле сегодня. Но упиваться этим результатом не стоит, потому что соперник показал не все, на что способен. И постарается отыграться в ответной встрече. Вот такое у нас было событие. Мы все-таки в этом матче проигрываем. Проигрываем. Это очень плохо. Это очень будет очень сильно влиять на следующий матч. Голов у нас 2-1, удары 9-6, удары створ 6-4, один мяч 42-58, отбор мяча 6-5, внушение 1-0, офсайд 1-0, угловые 2-0. Точный удар 66-66, точный пас 88-89. Пиздец. Я думал, что мы их выиграем, как нифига делать, на самом деле очень трудный матч оказался для меня. У нас основные игроки почти играли, потому что некоторые у нас травму имеют, а тут у нас вообще очень жестоко все произошло. Time for a few questions. Так, вы потерпели поражение в первом матче, сможет ли пройти финал плей-офф? Мы обязательно прорвемся. Мы по-прежнему можем пройти дальше, сегодняшний день не показывает нашей игры с такой поддержкой. Сегодняшний результат означает, что вы сегодня участвуете в борьбе за выживание, что пошло не так. Мы все в одной лодке, и мы попробуем еще раз. Я сделал все, чтобы привести команду успеха, это быстро не делается, ритм не один день. Соперник во втором тайме вышел в первый, а в клубы не смогли отыграться. Мы играли хорошо, недостаточно. Мы не можем играть привычно никаких отголовок. Никакого катастрофы на сегодня поражения я не вижу. Мы хорошо играли и могли провести ход матча. Thanks, that'll be all for today. Спасибо за вопрос, дальше концу. Замечательно просто. Просто замечательно. Просто замечательно. Задание выполнено. Понятное дело. По финансовым вопросам мы это не выполняем, нифига. Рассчитать. Так, пропускаем мы 3 дня. Блин, 3 дня очень, конечно, плохо. Дают нам времени очень мало. На это все. Вот и день игры. День игры у нас, день игры. Так, что у нас вообще есть, еще мы можем придумать? Он выздоровел, но я не знаю, готов ли он играть вообще у нас. Команда подустала, но играть сможет. Я думаю. Это же. Или все-таки Цапа поставить вот сюда. А второго нападающего сюда. И Руни у нас в запасе будет. Это на всякий случай пускай здесь будет в запасе, чтобы он смог выйти на поле, нам выйдет какой-то оборонительные моменты сыграть. Вот так будем мы играть в этом матче. Офигеть, да? Это поворот событий. Он нападающий сразу у нас выходит. Только жаль, это записывать матч не буду. Увидимся в конце лучших этого момента, этого матча. Всем снова мы здесь. Точнее, хотел всем привет сказать, ну ладно, не важно. Но я на этом и оставлю эту запись. Да, для меня, вы уже видите на экране 3 гола, которые мы забили. Ну блин, самое первое до 38 минуты первого гола было просто жестокий. Я думаю, я не забью никакой гол. Давайте посмотрим, сейф на 10 минуте, у нас был шанс хорош забить гол. Играют они. Разворачиваются, хороший удар, но тут отбивает спокойно их не вратарь. Можно так сказать. Так у нас пару событий произошел. Так, окей, это мы посмотрели. Давайте посмотрим, что у нас дальше происходило. Дальше у нас на 38 минуте мы все-таки забиваем гол. Даже этого гола одного нам, я думаю, хватило бы. Счет 2-2 в сумме по 2 матчах. Мы не пропускаем себя дома. Они пропустили сегодня дома. Получается 2-2 счет, и мы шансы выйти вперед. Все к этому шло. Ладно, окей. Но мы при этом не остановились, и в втором тайме забиваем еще один гол. 56-я минута. И как он дальше мячом распорядится? А вот сейчас может быть опасно. Важный мяч они забивают, и он еще больше упрочил их лидерство сегодня.
заебись гол. Вообще офигенно. Прилетел к нему, блядь. Все сделали. Просто супер. Ну что, смотрим дальше. И еще третий гол. В общем, счет 4-2 становится, и мы проходим финал, господа. Гол, забивают еще один мяч они. В конце, конечно, мы заменили уже троих игроков. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Обязательно надо было это делать. И что у нас дальше? Дальше сейф от нашего вратаря на 79-й минуте. Хорошее владение мячом, перед штрафной момент. Площадью, но пора бы и обострить. Но здесь, блядь, мог залететь, но, слава богу, он не залетел. Вот это вратарь! Как он спасает тут! Это просто самый большой эффект. Ну ладно, все. Далее нажимаем. У нас такой счет. Давайте посмотрим общие сведения. По общим сведениям 3-0 по голам. Удары 8-3. Удары створ 6-1. Владимир Мичу 64-36. Отбор мяча 3-4. Угловые 2-2. Тоже удары 75-33. Тоже по 90-88. Вот такой у нас пару событий. Мы у себя дома отыграли полностью этот матч. И тут 2-0 у них. Я не знаю, первый матч как они сыграли. Без понятия вообще. С кем мы будем играть тоже. Я не без понятия вообще. Посмотрим, будет. Так, случилось то, что никто не ожидал. Клуб теперь в финале плей-офф. Что вы скажете, что вы рады этому? Эта победа станет для нас полностью. Победа, кстати, счет станет нам под борем в финале плей-офф. Первой лиги, короче. Сегодня вы уверены победить со счетом 3-0. Вы удержали убедительную победу. Вы довольны своей командой? Мы можем играть еще лучше. Это клуб, и в этом клубе такие результаты являются нормой. Нам еще есть что улучшать. И, если честно, сегодня был один из лучших в составе соперника. Было трудно препятствовать игре. Мы играли свою игру. Нам есть чем учиться. Было непросто, скажем так. Порсмут молодцы, часто придерживаясь к плану игры, играли с нами было трудно. Спасибо за вопрос, подошли к концу. Такое у нас было событие. Какое у нас было событие? Ну что, господа, вот у нас... Ай, блядь. Хороший соперник нас ждет в следующей серии. На этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии. Другие прохождения. Всем удачи вам и пока.